Клуб «Америка» оскорбил мексиканок. Сотни женщин собрались в центре Мехико, чтобы потребовать извинений у юношеской команды за пародию на флешмоб «Насильник на вашем пути». На этой неделе в сеть попала видеозапись из раздевалки несовершеннолетних футболистов, где те высмеивают танец активисток, выступающих против сексуального насилия над женщинами и девочками. Проблема не во мне, не в месте, где я оказалась, не в том, как я была одета. Проблема в патриархальной системе взглядов, кричали женщины с черными повязками на глазах в чилийском Сантьяго 20 ноября. С тех пор аналогичные акции прошли в десятках городов по всему миру, в том числе в Берлине, Нью-Йорке, Париже и Сиднее.